И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кунька Присос, как всегда на моем канале, сегодня у нас 35 трейдов, давайте-ка на них посмотрим. Сладкий мой, отдай эту девочку, очень сильно понравилось, ну и на оценочку, что уж тут. Но давайте сначала посмотрим, сколько стоит такая девочка, как это, да? А, ну тут 36 копеек. Но давайте все-таки проверим, потому что за расширением лучше проверить. Да, 36 копеек, в принципе, нормально, поэтому спокойненько отдаем за сольку, это отличненько, потом на телефоне подтвердим. Дальше тут у нас, спасибо большое, всегда пожалуйста, Огонек, мой подписчик, залетел ко мне такой, говорит, блин, Кунь, слушай, я так хочу забрать у тебя LDLC, LDLC, Катавизу 2014, на синий 3, на топ-1, типа, чё, как мы можем тут что-то замутить? Но я говорю, ну, слушай, братанчик, это не дешевое удовольствие. Ну, он говорит, Кунька, деньги не проблема, мне надо заиметь такую красавицу себе. На самом деле, очень даже грустно от этого, потому что это тоже мой любимый глок, я очень сильно любил с ним играть, но, как я уже вам говорил, если ты трейдер, то ты трейдер, если ты плеер, то ты плеер. Ну, как бы одно с другим не очень получается совмещать, потому что надо понимать, что плюс есть плюс, а здесь довольно-таки сочный плюс залетел, поэтому, естественно, я такое лутаю, я такое забираю. Что у нас тут дальше? Дальше у нас здесь, естественно, скины за кейсы. Но, как вы уже поняли, конечно же, если предыдущие скины за кейсы предлагали нормальный плюс, то здесь человек охреневший минус предлагает. Конечно же, я такое принимать не буду. Никаких наклеек здесь нет. Допустим, вот здесь это часто видно, да, на этом металлическом. Часто имеется, допустим, Катавизу 2014 на, ну, естественно, африканской сетке. Но здесь ничего такого нет. Человек просто закинул в охеревший минус и надеется, что я его приму. Нет, конечно же. И достанешь же мать из этого гроби, когда вдруг задохнется, еще хранить придется. А чтобы ее похоронить, там даже самосвала не хватит. Какого самосвала? Трактора. Трактора, извиняюсь. А дальше плюс 1%, здесь 0.34. Да, 0.34. Ну, здесь неплохой трейд, но понятно, что я не буду делать такой размен, тем более в 1%, для меня это мало. На оценочку инвентаря плеера, кстати, я этого на оценочку не добавил, все теперь добавил. Так, на оценочку инвентаря плеера, конечно же, давай оценим. С удовольствием, я тебе даже так скажу, мы тебя оценим. Дальше минус 15%. У меня есть АВП. Да ладно. Я реально не знал, что у меня есть ВП на Унуар. Но здесь 0.16, надо понимать, пустын повстанец. Еще и с Кёльном, да? Ой, с Кёльном. С Катавизу 2015. Неинтересно, честно вам скажу, неинтересно. По бафу тебе даже в плюс. Возможно, возможно, если плюсануть сюда 0.16 флот, но две БС-очки говорят о том, что Кунька, не бери, лучше не надо. Сладкий привет, это тебе подарок от меня. Оцени, пожалуйста, инвент. Заранее спасибо, и я тебя люблю. Йота! Какая девочка, какая красавица, господи, наш мир прекрасен, когда есть такие в нем девушки. А дальше человек просит 100% за стак наклеек на страже, серьезно, серьезно. Я вам даже больше скажу, если, ну, не так давно, буквально сегодня увидел, после полевых поток информации со стаком наклеек AB Power Kjorn 2014, и там всего лишь просилось от двух наклеек. А человек на старом скине 20%, давай, 20-100, давай сюда. То есть человек на новом скине старые наклейки просит как бы 50% от наклеек. Ну, это, да, конечно, звучит грубо, но это на самом деле нормально. А здесь 100%, чувак, господи, боже мой, как же смешно на тот мир, где обитают такие черти-клоуны. А дальше здесь, казалось бы, плюс 23%. Конечно же, это будет цена. И автобай у этого ножа гораздо ниже даже, чем просто его конкурент без этого счетчика убийств. Поэтому, конечно же, такое отклоняется. Привет, Кунька, люблю тебя смотреть в свободное время. Хотел бы попросить фон профиля. Он стоит по стиму 13 центов. 13 центов, ну, это не значит, что я его приму, этот трейд. Потому что, 13 центов. А может 13 центов это реально столько, ну да, 8 рублей, естественно, такое не принимается, потому что 100 соли это гораздо-гораздо меньше. А дальше тут у нас БС-ка на мой нож, знаете, в чем главный прикол? Да, народ, мой нож примерно одинаковый с ним по ценовому сегменту, потому что здесь имеется 0.17 флот, за это идет переплата, а он меня еще и докид просит. Слушай, я, конечно, понимаю, что ты хочешь, чтобы тебя кто-то ночью страшно возжелал на твоем ложе, но я думаю, что не по размеру берешь. Ты начни сначала с бродячих собак, да, сделай собак как бы приятно, собакам приятно. Здорово, братан, всегда смотрю твои видосы, всего тебе хорошего, вот лови подгон для тебя, ничего не жалко, здоровья мать, и спасибо огромное, и твоей маме как можно больше крепкого здоровья. А дальше здесь у нас получается, человек просит 50% от наклеек, это с учетом того, нет, он не забрал здесь ничего редкого, у него, кстати, имеется переплата за этот и за этот флот, плюс наклеечки, я не спорю, я это брать просто не хочу. Я помню, уже у меня был 0.15 вихрь и 0.15 диглы у меня есть такие, трейдить их крайне тяжело. Не, спасибо, не хочу. А человек предлагает мне уйти в, ну, в 41% минус, я не знаю зачем, что, почему.
ему, как долго били его мать в живот, когда он был, когда она была беременна этим идиотом, насколько сильно ему смогли тогда отбить мозги, потому что он считает на полном серьезе, что вот этот трейд, это хороший трейд. А те, кто его будут защищать, Кунька, нельзя так про мать. Ну, чтобы вам до конца жизни только такие предложения валились. И это можно не только с трейдом сравнить, а вот идите, устройтесь на работу, на тысяч, там, не знаю, пускай 30, а вам заплатят в конце месяца 15. Скажет, ты у нас вот так вот, да, ты у нас стажировку проходишь, поэтому только половина зарплаты тебе. Я посмотрю, как вы будете меняться в лице. Привет, вот в оценочку, пожалуйста. Я не знаю, что такое Ну, в оценочку добавлю, спасибо большое. А дальше, естественно, мой ножик дороже. Понятно, что здесь имеется 0.19, здесь 0.21. Но не дотягивает это 700 рублей. Не дотягивает. Также человека добавил еще на список за этот вот трейд. Потому что сразу видим, что конченый клоун думает, что у него за 0.19 флот будет переплаты в ровно почти в такой же нож. Потому что у меня имеется 0.15. И да, стиль ультрафиолет стоит как вот этот АВП. Я вам на полном серьезе, народ, говорю, потому что это ультрафиолет, это такая раскраска, красочка, где флот очень сильно решает. Поэтому вот здесь переплат за флот ровно вот в этот авик. Ну и как бы надо, да, понимать, что человек мне закидывает огромнейший минус, и он думает, что за 0.19 у него будет переплата, как за его нож. Гений. А дальше очередная хохляндия, все никак до него не долетит какой-нибудь подарок. А вот с дрона, я надеюсь, причем со своих же. Потому что он закидывает такую херню, и понятно, что здесь имеется 3 катависа 2014, здесь имеется крафт Кёльна катависа 2000... Ой, Кёльн катависа. Кёльн 2014, на народ, понятно, что да, я желаю, конечно же, скорейшей смерти его матери, потому что если она дальше будет плодиться, ну, я думаю, тогда у Украины точно не будет никаких шансов победить. Да, я думаю, и так у них никаких шансов нет с такими дебилами в стране. Ладно, что у нас тут дальше? Дальше, ну, такой же клоун, я думаю, вы в обнимку будьте, когда вам будут подарок отправлять. Держи совсем чуть соли, бег трейдов, послезавтра скину 800 карточек. Послезавтра, это получается 3 числа. Конечно же, жду. Удачных трейдов, красавчик. Ой, красавчик. Ты тут не подлизывайся, это не зароляет. Надо смотреть, сколько стоит. 34 копейки, ладно, забирай. Ладно, забирай, котенок. Молодец. Научился считать. Вот, видите, исправляются люди, отправляют нормальные трейды. Дальше, минус 13%. Конечно же, я хочу сделать размен. Вот ровно столько же у тебя было, понятно, мужиков за раз, да? Ну, ты сначала твоя мать приводила их домой, а не ее, потом тебя. Ну, семейный бизнес, что поделать. А дальше здесь подгон от подписчика. Это вот имеет, ну, цену, прикольное количество синего. Вот, поэтому почему бы не забрать, почему бы да, почему бы нет, даже не знаю, но здесь прикольный процент синего, ну давайте заберем, ладно. Почему бы и нет, когда да, в принципе, там, ну реально очень много сочного процента синего, давайте распишемся человеку за это. Кстати, вы знаете, что я вспомнил, что я принял трейд на ЮСП, а человек не расписался. Да, народ, прикиньте, чуть не совершил такую роковую ошибку. Вот это было бы охренеть, если бы человеку не расписался. Я считаю это неправильно. Это проявление уважения за сделочку. Так, тут у нас человек также отлетел в черный список. Мы сразу видим, что у чувака девочка аниме, что означает, что он у нас самый наипассивнейший в постели. Ему пофигу вообще. Собака, любое животное, просто мужик, дед, че угодно. Хоть палку ему в жопу засуньте, он будет счастлив просто. А дальше тут у нас 500, одна солька. Спасибо огромное за 500, одну сольку. Привет, любитель соли, держи немного. Желаю здоровья и, главное, побольше хороших трейдов плюс. Спасибо большое за такое пожелание, спасибо огромное за такой подгончик. Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив, поэтому трейдер здесь может выложить спокойно объявление, ну а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужные скинчики и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать с CashMoney, TradeGG и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется «Я худею с ваших трейдов». В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее и тому подобное. Поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходит оповещение на ютубе, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народ, на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходит оповещение. На мой дискорд, на моей группе все ссылочки будут в описании. Требую, чтобы попал в ролик и чтобы ты это забрал. Ну ладно. Хорошо, ваши требования будут выполнены. А дальше тут у нас, конечно же, 0.15 флот. Конечно же, здесь у нас имеются наклеечки. Понятно, что это копейки, но, понимаете, здесь переплата вот за это больше, чем он уже изначально кинул мне в минус. Понятно, что тут опять же 0.7 флот. Но, конечно же, я такое брать не буду. Первый раз посмотрел ролик и хотел кинуть копеечки. Если можешь, то посмотри на коллаж сланец. Хотел понять, будет ли переплата. Давайте в прямом эфире посмотрим, потому что, ну, в оценку инвентаря ради одного коллажа сланца добавлять, ну, такое себе. Да, здесь будет небольшая переплата, типа, потому что имеется крафт
имеется крафт, хотя они разные, но под, как это вам сказать, одна стилистика типа того, вот, поэтому можно, в принципе, попробовать. Я твой новый подписчик, жду, когда будет твой первый лимон. Удачных трейдов, спасибо огромное. Ну вот эти можно значки забрать, чтобы из них скрафтить сольку. По поводу первого лимона, тоже этого жду, там есть, конечно, свои нюансы, вот, ну а там будет видно, конечно. Кунька, привет, я тебя смотрю уже где-то месяц, мне нравится твой контент. Вот, держи, и можешь, пожалуйста, заценить мой инвентарь, конечно же, могу заценить, давай с удовольствием это сделаю. А дальше здесь у нас 100 сольки за фон. Надо смотреть, сколько стоит фон, потому что, ну, потому что некоторые фоны, как вы уже помните, могут и 200 рублей, и 100 рублей стоить, 23 копейки за 100 соли. Ай, ладно, забирай, все равно это выгоднее, нежели перекрафчить его, либо еще что-то с ним делать. Ну и здесь у нас минус 6%, никакой переплаты здесь нет, и то, что здесь может лежать голда, конечно же, меня это нисколечки не волнует, потому что, да, народ, нахрен надо такое принимать. Обновляем, что мы видим. Ага, так, 3 трейда, получается, которые я еще не принял, надо сейчас быстренько принять и перейти в инвентарь. Кстати, я думаю, кто-то мог возмутиться, я вот сейчас вспомнил, что типа, вот, Кунька, ты ему расписался за такой мизерный трейд, ну да, здесь много синего, и что? Народ, все очень просто и прикольно, это человек-трейдер. А когда ты расписываешься у трейдера, к нему могут переходить, смотреть его стеночку, и могут увидеть там мою роспись, то есть это такая небольшая рекламка нам с ним друг другу. Но теперь, собственно говоря, да, народ, изменений куча. Давайте пройдем. Что у нас здесь? Здесь у нас лежит М9 волны. М9 волны очень вкусненький скинчик, плюс ко всему вот такой вот еще, такая вот эмочка 0.23, за это, конечно же, есть овер. А мне залетел второй игрок. Что я за это отдал? Отдал я свою бабочку ультрафиолет, и я безумно счастлив, потому что в свое время обменял третий, ну, вот этот, такой же штык-нож, М9, только третью фазу, на эту бабочку и эмку, как она там называлась-то, поток информации за каленку, а теперь обменял обратно на М9, только уже первую фазу, и плюс ко всему еще второй игрок. Это получается, и вот это, эти два скинчика я обменял за свой М9 чистая вода. Тоже очень здорово, очень рад этой сделочке, да, согласен здесь, ну, такой нормальный, ну, как знаете, просто флот. Он не говно прям полное, но и не очень чистый. Но зато здесь имеется такая наклеечка, имеется она, конечно же, на скопе, что дает очень хороший плюс. Этот, получается, просто мой сланец ко мне вернулся, просто топовый подписчик. Хотел сделать, ну, не топовый подписчик, а донатер, мой знакомый, залетел, короче, такой, Кунь, давай, типа, капсулу покрутим. А у него, короче, нет ничего, надо, ну, дать мне, чтобы покрутить и так далее. Он говорит, давай, короче, на ТП выстави, я куплю тебе этот скин, а ты, типа, это, потом возьмешь и заберешь у меня. И, короче, обратно забрал, вот ровно неделю назад спонсировали на открытие капсул и забрал. Это вы видели, получается, я забрал себе поток информации, да, то есть за свой, ну, за свой глок. Пучина там прилетела плюс с карточками, ну, и это тоже сегодня затрейдил. А что по рубрике «Сегодня я богаче, чем вчера»? Есть такая, ну, не рубрика, а челлендж на моем канале. Суть челленджа в том, что я каждый день должен принимать себе сделочку в плюс. Держусь я уже 6 дней подряд. 6 дней подряд я проводил себе плюсовые сделки. Вот, я думаю, многие сейчас так положили глаз на М9 вот этот, положили глаз на этот стилет и думают, блин, у Куньки выйдет только через 6, через 7 дней трейдбан пройдет. Это очень печально. На самом деле, народ, нет. В момент, когда вы смотрите, это все уже вышло из трейдбана, потому что я делал видеоролики 7-дневной задержкой, связано это для монетизации, продвижения видеороликов и так далее, и тому подобное. Поэтому все это уже трейдится, а возможно уже что-то и затрейдилось. Поэтому вы можете перейти по ссылочке в описании, выбрать нужные вам скинчики. Да, понятно, что, допустим, здесь имеется 0.15 переплат за флот. Здесь имеется 98% фейда. Здесь, допустим, имеется 0.17 переплат за флот. Я это все прекрасно понимаю, что не все это знают, не все умеют считать. Поэтому выбирайте скинчики, которые вам нужны. Потом выбирайте скинчики, которые готовы за них отдать. И пишите, Кунь, если что, я просто трейдер, ой, я просто плеер, я тебе просто игрок, я не разбираюсь, можешь сделать контр. Я смотрю, вы сразу дали нормальный плюсик, допустим, да, как с юспом. Ну да, понятно, мы пообсуждали сделку, но в итоге все-таки он сам предложил этот юсп. А, да, то есть я говорю, да, нормально, кидай трейд. Он кинул трейд, я принял, и все. В итоге мы с человеком заимели сделочку. Вы точно так же можете, я увижу, допустим, нормальный плюс, сразу приму. Если плюс будет небольшой, либо будет минус, но мне понравились ваши скины, я сделаю контрпредложение. Вот, допустим. Допустим, есть опять же вот такая вот эмочка с титанами на топ-1. Допустим, другой вариант, мне не понравились ваши скинчики, я просто отклоню и обещаю, что ни вы, ни ваша мама, никто не пострадает. И будете довольны сидеть, смотреть телевизор и пить там, не знаю, чай с пряниками. Вот, так что вот это все абсолютно трейдится. Здесь, допустим, вот 0.17 есть переплат за флот, да. Ну, я так просто показываю самые первые страницы. Допустим, он имеется Катавица 2015 холла, имеется Катавица 2014 на топ-4. Как бы, знаете, как первую кату заиметь, недорого, в принципе, нормально. Почему бы и да, как
никогда нет. Так что, народ, все это есть у меня в инвентаре, все это вы можете затрейдить по ссылочке в описании. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии. Народ, они очень сильно меня мотивируют делать видосы дальше. За это вам каждому огромнейшее спасибо. Ссылочки, которые вас могут заинтересовать, будут в описании. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем Porsche, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!